На струнном рельсе из города в город потребительское общество «Евразия» представило свой новый проект. Благодаря ему Иркутск можно избавить от пробок, а жителей соседних территорий обеспечить комфортным транспортом. Екатерина Побукова подробнее. Идею, время которой пришло, остановить нельзя. В этом уверены разработчики проекта SkyWay. Надземная высокоэффективная технология свяжет города и поселки. Это будет современный транспорт, который обеспечит безопасное и доступное передвижение. Пока такого в мире еще нет, но в Минске уже строят экотехнопарк. Он станет центром демонстрации этой технической новинки. По словам экспертов, проект уже одобрен в Министерстве транспорта России и признан инновационным. Мы смотрим вперед, и мы уже сейчас, понимая, что будет ажиотаж на эту технологию, на строительство, мы уже начинаем внедрять и разрабатывать документацию, чтобы начинать строительство, когда пройдет сертификация. Эксперты уверены, Прибайкалье может стать пилотным проектом по внедрению этого инновационного транспорта. Концепцию городских трасс в Иркутске уже разработали. Есть вариант и по включению в небесную дорогу ближайших городов – Ангарска, Шелихова, Усолья-Сибирского, Черемхова. А проект «Линейный город» включит в себя населенные пункты от Иркутска до Листвянки. В городе скорость до 150 км в час, за городом – до 500. На сегодняшний день, значит, мы погрязли все в пробках. Мы не можем сегодня ни въехать в город, ни выехать с города. Поэтому, если, конечно, такую структуру построить на территории района, это, конечно, во-первых, и привлечение туризма, а во-вторых, передвижение нашего населения. Еще один вариант – дорога на Ольхон, чтобы не ждать, когда откроется или закроется ледовая переправа. Проект интересен тем, что он инновационный, он может быть имиджевым. Помножив на привлекательность озера Байкал имиджевую составляющую проекта, мы, конечно же, можем получить очень значимый для области результат. По словам разработчиков, инвесторы у проекта SkyWay в Прибайкале уже есть. Екатерина Побукова, Виктор Тагмитов, Вести, Иркутск.